Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сразу говорю, что буду периодически отбегать, но я повырезаю эти моменты, чтобы вы имели в виду. Потому что мой сын проснулся, мамы уже с нами нет. И смотреть только я и снимаю, и смотрю за ним одновременно. Ну, в общем, пока он вроде бы не капризничает, я решила снять для вас интересный челлендж. Знаете, вот я если увижу что-то, что мне нравится, очень много всего уходит, модного, вени, как вы заметили, я не все снимаю. А бывает мне что-то так интересно прям попробовать, как вот 100 слоев там чего-то, да, то есть я тоже не сниму там 100 слоев лака для волос, потому что мне жалко свои волосы, или 100 слоев ресниц, ну это просто жесть, я считаю, что это люди просто безбашенные, которые такое снимают. Вот, и я решила снять макияж только одной помадой. Когда я в первый раз увидела это видео, просто вот макияж только одной помадой, даже видео еще толком не посмотрела, я сразу вспомнила, что у меня есть вот такая вот палеточка. И мне будет очень интересно сделать и весело вот этот вот макияж. Потому что, смотрите, у меня даже черная помада есть. И мы сможем сделать с вами, наверное, макияж, приближенный вообще к натуральному. Буду использовать кисточки. Кисточки вот такие, они как бы для консилера, да, и для помады. То есть тоненькая, средненькая и вот такая вот, может, тени там наносить или еще что-нибудь. В общем, не знаю, что получится у нас. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, приступим. Вы не поверите, но я хочу начать с черной помады. Я хочу ей накрасить стрелки. На самом деле, я ей красила уже когда-то давно. Губы делала амбре. Даже у меня видео, где там я пою. Хотя, может быть, блин, нет, стрелки попозже. Потому что сначала тени нужно сделать. Блин, а для этого брови сначала нужно сделать. Черт, все одно друг на друга накладывается. Давайте сделаем брови тогда коричневым. Ну вот, черные брови я не буду делать, но у меня есть вот самый темный коричневый, который это... Это... Подвинусь поближе. Да, вот кто-то говорит, лифчик видно. Бывает, у меня в каком-то видео был лифчик видно. Прям ужас какой. Что здесь такое? Блин, девчонки, это на самом деле так мерзенько. Ну вот, неприятное ощущение помадой рисовать. Фе. Короче, оно какое-то красноватое, не коричневое. Но другого цвета нет. Черный я хочу оставить для стрелок. Так что брови будут у нас такие. Красно-коричневые. Там-да-дам. Там-да-да-дам. Сыночки соску дали. Вот кто говорил, соска ребенку, зачем, если не хочет. И слава богу, взял соску. Вот он плачет и плачет, что-то хочет. Я видюшки вообще снимать не могу так. А так сосочку дал, может быть, минут 10 он мне даст. Чтобы снять вам видео. Так. Вы не против, если я не буду стараться сильно? Ну, как бы у меня тут вылазит за рамки все. Но в целом на видео я смотрю аккуратно даже получается. Давайте так оставим. Бровки. Да? Они даже далека кажутся на самом деле и не красными, а классными такими. Дальше. О, я не взяла ватный диск. Вот он, ватный диск. Чего, маленький? Соси сосочку, соси. Соси, мама сейчас поделает. Так, выплюнул. Ладно, давайте дальше, давайте тени. Тени. У меня же розовая кофточка. Давайте розовые тени сделаем, какие-нибудь перламутровые. Вот у меня есть тут перламутровый розовый цвет. Вот так. Сына! Продолжаем. Розовые тени. Под розовую маечку. Вот так вот мы сделаем, чтобы было видно их ярко, красиво. Еще и выделим вот тут вот. Слушайте, ложится на самом деле довольно классно, плотно. Смотрите, как были бы такие, ну, как бы тени. Ну, хотя есть такие, да, они на какой-то вазелиновой там основе. Очень плотненько ложится. Прям красиво. Мне нравится. Может, я так и буду красить в дальнейшем. Смотрите, красота какая. Лепота. О! Ну, кайф. Так. Что я могу сказать?
Вы же знаете, что мой любимое средство в мейкапе – это хайлайтер. И здесь у нас он тоже будет. Хайлайтер. Давайте сделаем под низом акцентики. Вот так вот. Растушуем. Вот. Да? Чтоб как положено. Почти как положено было. Мне кажется, очень красиво, кстати, получится. Ну, теперь стрелки, да? Блин, так хочется. Стрелки. Ну, блин, белого нету. Чтобы, может, с каким-то смешать еще? А то что у нас чисто один оранжевый? Давайте еще такой вот. У меня есть малиновый. Обычно, знаете, темные делают штучки. Делают в уголки темные. Вот мы сейчас сделаем темный акцент. Во. Вот. Да? Есть? О, господи. Да чё ж сегодня, слава богу, чем я уже вот это мазанула, блин? Вот. Темные уголочки затемним. Вот так. Подрастушуем чуть-чуть. Кисточка, конечно, нет для тушевочки. Ну все же. А я прям эту каплю оставлю. Пусть она будет как родинка у меня. Все, приступаем к черному. Беру черные. Стрелочки рисую. Можно жирные нарисовать. Стрелки. Кайфы. Ой, у меня будут стрелки, как у Клеопатры. Да. Ой, как красиво. Интересно, если в глаз попадет помада, не будет щипать? Я никогда не красила глаза помадой. Какие у меня крутые стрелки. Самая проблема всегда это, чтобы второй получился точно так же. Стрелочка. Всегда. О, на удивление одинаковые. Только вот знаете, в чем фишка здесь? Наверное, это фишка и вот таких же. Ну нет, наверное, если тени они масляные, то они высыхают быстро. А тут помада не сохнет-то у нас. Печатывается, видите? Отпечатывается наверху. Черная. Это кашнясь. Я думаю, что к концу будет вообще трэш. Ой, уже попало чуть в глаз. Вроде не щипит. Под низом. А, в чем? Ой. У меня на руке вообще вон как откуда-то. Я же вроде руку не мазала. Короче, вот так вот. Да? Вот оно все размазывается. Вот в этом вот, конечно, мы не сможем так пойти куда-то, да, гулять там или еще куда-то. Ну, достаточно ярко получается, да? Если прям сильно стараться, будет вообще супер. Давайте сделаем теперь румяна. Румяна, ну, румяна понятно, что мы можем сделать. Я возьму. О, вот здесь вот где-то, да, румянки у нас. Здесь вот где-то румянки. Румянами раньше делали наши мамы. Что-то яркий цвет, по-моему, выбрала, да? Вот так вот они, короче, размазывали. Я еще помню, мама мне так красила на какой-то там праздник. Румянки. Слушай, губы мне нужно, конечно, оттенить цветом каким-нибудь. А, у меня здесь еще есть, знаете, что мы можем сделать? Этот. О! Контуринг. Эти. Выделила скулы. Короче, ничего не получается. Меня это бесит. Я когда-нибудь смогу вот что-нибудь, знаете, едой это красиво сделать. Ну, не едой, у меня был, короче, челлендж там один. Бля, как... Ой, мамочки, я матернулась. Не повторяйте, дети, за мной. Как матрешка какая-то вообще. Срочно нужен хайлайтер.
А хайлайтер я сейчас вам покажу. У меня здесь такой разгром уже. Хайлайтер, короче, это вот я возьму сейчас. Блестященький, вот он у меня есть. О, нет, желтый! Точно. А что будет, если желтый? Я же в зеркало, короче, смотреть не буду, я к вам поближе. Лючик видно. Простите. Простите, кто за мораль прям сильно. А ну-ка. Ну? Я вам говорила, что хайлайтер будет супер тут. О, так мы же и носик сделать можем. Все места, где должен быть хайлайтер. Даже вообще. А над губкой. О, сейчас губка будет вообще шикарная. Короче, классно. А я и не знала. Я вообще этой палеткой не пользуюсь. Я, короче, так и буду делать сверху. Вообще очень красиво накрасить вот таким. Я хайлайтером иногда внизу тоже крашу. А потом выбираю цвет какой-нибудь. Для губ. Так, а для губ что мы тогда сделаем? Какой цвет? Я прям не знаю. О, у меня вообще были голубые, представляете? Можно было бы голубые тени сделать. Но я все испортила, как всегда. Ой, какой бы сделать? Давайте оранжевый. Вот у меня оранжевый тут есть. Чтобы, ну, как бы цвет разный был. Губы, чтобы отличались хотя бы, да? А что я не сделала? Я, кстати, не сделала этим. Вот таким я пользуюсь, коричневеньким. Он перламутровый, правда, но... Нет, давайте я это сделаю. Что я сделаю? Нос. Нос спроектирую себе. Хочу это сделать. Так, сыночка у меня так засыпает. Корректируем носик. Ну и размазываем. Ничего вроде, да? Ту-ту-ту-ту. А, вот еще где должен быть. Вот здесь еще я делаю. Чтобы уже совсем лицо нормально сделать. Вот, это пригодится родинка наша сюда. Сейчас. Это у нас скульптинг пошел. Скульптинг. Вот так вот он делает тут. Еще чуть-чуть, я уже это, как ее называют, темнокожая девочка. Ну вот тут еще можно подбородочек. Ну вот, типа мы нарисовали подбородок, да, скульптингом. Такая Матриона. Я вроде все нарисовала, да? Короче, вот такой вот макияж получился. Не знаю, что бы добавить. Может, обводку? Знаете, я люблю губы с обводкой. Сейчас мы обведем губки. Ну, ярко, чтобы для как усы как будто. Ну вот, по-моему, ничего. А если я распущу волосы? А ну-ка. Или не распускать лучше? Или распустить? Распустить, не распускать. Ладно, распущу, чтобы совсем красоту завершить. Сына в шоке. Сына!
Ты маму узнаешь? Смотри, мама. Ну, смотрите, какая. Мне кажется, на цыганку похожа. Ай, нани, нани. Если кто-то будет в комментариях мне писать, фу, у тебя виден лифчик, короче. Девочки, это ничего страшного. Вообще, люди гуляют, лифчик виден. Лифчик это не трусы. Хотя иногда и трусы красиво видно, знаете, когда... Ну, короче. Много приколов ходит в интернете, где там трусы видно. Мне кажется, я очень шикарная. Ладно, мои хорошие, я побежала. Если понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. А я пошла развлекаться со своим мальчиком. Только сначала я, конечно же, умоюсь. То испугается меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Бегу, бегу, мой зайчик.